20 детей из поселка Казачье Устьянского района Якутии, лауреаты «Полярной звезды», выехали в Таиланд на международный фольклорный танцевальный фестиваль, проводимый в городе Сурин и Карат. 6 февраля они опоздали на обратный рейс в Якутск. Дети возвращались в Якутск небольшими группами. Сегодня на родину прилетела последняя вместе с руководителем. Благодаря слаженной и оперативной работе оргкомитета фестиваля, консульского отдела посольства Российской Федерации в Таиланде, Минобразования Якутии, турфирмы и дирекции телевизионного конкурса «Полярная звезда» детей удалось вернуть на родину. Представляла не только Республику Саха-Якутия, а всю Россию на престижном международном фестивале в Таиланде. Они работали в двух городах. И успешное выступление наших детей вы на наших передачах, конечно, увидите. Когда были очень сложные, срочные моменты, надо было решать, когда они, наши дети, опоздали на рейс, все подключились. От этой поездки, конечно, наши дети многое узнали, и стрессовую сторону, и доброту людей увидели, и это один из опытов жизни получается. Я пожелаю им отличной учебы, чтобы они еще долетели до Казачьи, это очень далеко. Ансамбль «Мечет», что в переводе с якутского означает «улыбка», представлял Россию на международном фестивале. Ребята занимаются в ансамбле под руководством Юлии Семеновой уже несколько лет и неоднократно выезжали в другие регионы и страны. В Таиланде их выступление покорило многих. У ребят даже появились свои фанаты. А ситуацию, которая с ними случилась, дети восприняли как дополнительный бонус пребывания в солнечной стране. Нам даже повезло, что мы задержались в Бангкоке, потому что мы увидели город и экскурсии разные. Съездили в парк, там очень хорошо. И мне больше всего понравилось увидеть слонов. Они такие большие и умные. Неоценимую помощь, которую оказали все для того, чтобы вернуть детей домой, ребята и руководители будут помнить всегда. Они научились многому, а самое главное – поверили доброте людей. Все в восторге были от того, что из далекого севера дети, маленькие дети выступали и представляли свой народ, свою культуру. Здравствуй, родной Якутск! Галина Кутугутова, Владимир Павлов, Якутск.